Здесь будет бассейн, вот большой, посмотрите. Одна часть будет для людей, другая для рыб. Будет плавать порядка сотни карпов. Настоящих? Настоящих живых. В центре будет стоять, вот на этом островке в центре будет стоять фонтан, из которого льется вино. В общем, маленькая фонтан в виде дерева, и это будет ощущение такого рая на земле, в конечном итоге, в котором будет приятно провести время. А вода в этот бассейн будет заливаться реально? Реальная вода. Бассейн сделан из металла. У него есть подводы, отводы воды. Мало того, мы делаем всю сплин-систему прочистки воды, чтобы она у нас не замутнела за время съемок. И в рыбной части работают специалисты по аквариумам. А во второй части, где будут люди, там, естественно, работают специалисты по бассейнам. Там будет подогрев специальной воды, чтобы боксерам было комфортно работать.